Вставай, вставай, вставай опять. Вот смотри, ты опять, видишь, ты опять вот, вот так руки ставишь. Все, ты начинаешь вот так бить. Опусти колени, опусти руки. Вот висят. Ты не поднимаешь кулаки, старина, ты согнуть локти должен. Все, согни локти. Вот и они у тебя висят свободно. Вот отсюда, пожалуйста, ближе. Средний вес. Раз. Плечом. Да. Поменяться. Вторая ситуация, смотри. Ты поставил ноги узко. Угу. В данном случае ширина плеч – это узко. Для этого движения, для этого сейчас узко. Чуть шире поставь, и тогда ты сможешь смотреть. Тогда у тебя вот этого не будет делать. Ты же колено себе можешь помыть. Угу. Давай, давай, поставь ноги шире. Ближе. Плечом. Нет, ты ногами делаешь. Здесь я... Еще раз, левый. Раз. Дай, можно? Давай я. Давай, смотри, медленно, медленно, поставь кулак, поставь ему кулак. И теперь смотри, не трогай, жопу не трогай, бедро не трогай, посмотри, что ты делаешь. О! Ты просто как бы уронил плечо в носок и смотреть на него. Угу. Вот это движение. И спину здесь ровно не держит. Нахрена, она никогда ровно не была. И самое главное, ты сейчас не бедром стал делать, вернулся. Ты именно покажи. Еще раз, опусти кулаки, висят руки первые, висят руки. Левый. Сейчас левый прямой делай. Раз. Не, я пропускаю. Да. Раз. И плечо положи мне. Во! Вот и все. Вот я смотрю. Да, только не надо с ногами сейчас ничего делать. Чтобы это, смотри, это, нет, оно имеет место быть, ты за собой бедро подсаживаешься, но это глубокое движение. Угу. А сейчас нужно только плечами это сделать движение. Попробуем. Заставь давай. Себя только левый, прав. Левый, левый. Давай левый еще раз. Раз. Положи мне, вот, плечо, да. А теперь смотри прикол, стоять. Смотри, вот он, локоть твой оказался. Угу. И вот оказалось, вот она треугольная форточка. Покачался на кулаках. А теперь за собой бедро разверни. Опусти руку. Смотри, кулак четко висит, носок ноги. Угу. А вторая рука, если опустить ее, висит четко куда? В пятку. То есть у тебя вот сработало это плечо, и здесь оказалось половина ширины плеч. Плечами начать делать движение, плечами. Группировка. Радостный мой. Посмотри, что ты школу-то тащишь? Вот опусти подбородок, ближе подойди. Левый прямой. Нет, первый раз. Нет, смотри, тут в космос, когда у тебя подбородок опущен, у тебя вот здесь вот арка нарабатывается. Вот арка, понимаешь? Держи голову. И тогда у тебя нет сотрясения. Эта арка гасит это движение. Ясно? Mm-hmm. Даже если ты пошел на удары. Значит, сейчас мы не за это, конечно, тренируем. Но как только ты пытаешься тянуть голову, у тебя здесь ломается она. Понимаешь? Опускается подбородок, а не голова тянется. Опускается подбородок. Вот он. Делай еще раз. Да, а теперь это движение, посмотри, оп, плечо, дай мне плечо. Посмотри, ты как будто берешь, посмотри, тебе милиция ни разу не арестовывала. Посмотри. О! Да, вот у тебя плечо упало. Видишь? Опусти подбородок. Вот у тебя плечо упало. Опусти коленочки. Вот у тебя плечо сработало. Вот оно полдороги прошло. Вот столько. Положи мне сюда плечо. Плечо положи. Не разворачивай спину, а плечо положи сверху вниз. Во! Вот он ты. О, молодец. Плечом, Ренат, опустить колени. Да-да, молодцы, плечо уронить. Больше, Катя, больше. Опустить руки. Время.